А что есть хорошо для певицы Максим? Что повлияет на певицу Максим? Для меня есть хорошо здоровый образ жизни, вы знаете? Да. Я вот стала в последнее время много проводить времени, когда оно есть свободное, проводить его в парке рядом со своим домом. Это недалеко, где? Активно. Такой парк? Фили. Парк Фили в Москве. И я получаю огромное удовольствие и действительно заряжаюсь такой прям энергетикой. Я поняла, что я очень давно... Вы бегаете или... Нет, иногда бывает, что бегаю, иногда бывает, что гуляю. Гуляю с наушниками, с плеером. Ну, вообще люблю по Москве гулять, кстати, вечерами, ночами. А поклонники, там, автографы или вас не оцифровывают, когда вы ночами гуляете? Во-первых, я не веду себя очень вызывающе. Все мы знаем, да, что люди, опять же... моего музыкального стиля, они любят вот одеть на себя вот это, вот, знаете, и очки еще вот такие ночью, чтобы их не узнавали. Нет, конечно, подходит, если люди, если они узнают, то в основном говорят очень приятные какие-то вещи. Я езжу на метро вечерами, когда зачем? Уже нет час пика. Чем мотивируете? Неудобно. Ага. Недалеко от дома и как-то это, ну, удобно, в общем. Сколько стоит проезд на метро сейчас? 17 рублей. Я не повысил еще за последние дни, а то у нас как-то активно растет. Говорят, что 28. Растет. 28 уже? Да. Нифига себе. Да, вы, наверное, давно не ездили уже на метро, мне кажется. Может быть. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».